Все-таки хорошо, когда в отпуске своя машина под рукой. Сел и поехал. Едем по типичной улочке Кабулетти. Это улица Тбилисская. Из-за близости моря практически в каждом доме сдаются комнаты. На выезде из поселка железнодорожный переезд. А поезда-то в Грузии современные, двухэтажные. Часть дороги идет по автостраде на Поти. Большой и красивый парк развлечений построен прямо в поле. Добраться можно только на машине или такси. Цинцинателло – это светлячок. И действительно, поскольку он работает с 5 вечера и до полуночи, в ночи он светится, как тот самый светлячок в поле. Народу очень много. Обе парковки забиты машинами к вечеру. От Кабулетти ехать минут 15. Вход бесплатный, но чтобы воспользоваться аттракционами, нужно купить карточку за 2 лари и положить на нее деньги. На территории парка за все нужно платить именно с этой карты. Папа, а можно вместе? Можно? Можно. Идем, что ли? Да. Идем вот сюда, к воде подойдем, посмотрим. Идем? Большая часть аттракционов для детей от 10 лет. Есть и совсем экстремальные для взрослых. Ну, рассказал, есть, значит, есть. Первое, на что обратил внимание Маша, это машинки. Но они опять же от 10 лет. А чуть дальше, говорят, есть для детей помладше. По идее и эти ерноваты, но решили попробовать. В результате Маша покружилась по кругу, не осилив повернуть руль. Не зря аттракцион с 5 лет. Газом.
А руль-то можно крутить? Маш, руль крути, руль крути. Прямо езжай. Нажимай и прямо езжай. Зато вот есть вполне по возрасту поезд. Он даже в какой-то грот заезжает. Что, понравилось, что ли, Мать? Да. Маленькая карусель ее не заинтересовала, а вот конвой машинок, громыхающих по кругу, это самое то. Поехали! Причем работники, узнав, что у нее сегодня день рождения, даже деньги с карты не стали списывать. Подарок от парка. Машика!
Потом мы долго рубились в аэрохоккей. В конце вечера, когда уже стемнело, Маша отправилась в игровую комнату на час. А вот таким светлячком закончился вечер в стационателе. Вот тут кнопочку красненькую нажми. Маську с днем рождения, что ли? Кнопочку нажимай. Это крокодябра. Машка, а ты себе в машину-то уместишься? Да, в машину-то у нас поместится. А что поместится, как не поместится? Да. Тебе понравилось здесь? Да, конечно, да. Ох! До самого дома он светил нам в машине. Хотели сохранить до дома, но, к сожалению, он лопнул уже по дороге домой. Все моргает. Ты так и поедешь, что ли? Да. Ох!